Хэштег «Все хотят туман» привлекал внимание гостей агропромышленной выставки. Что неудивительно, современные умные машины группы компаний «Агротек», официального дилера завода «Пегасагро» в Мордовии, уже успели зарекомендовать себя в 11 районах республики. На День поля производители презентуют одну из последних разработок – самоходную базу «Туман-3» и модуль мультиинжектора. Сегодня мы представляем модификации мультиинжектор. Модуль для прикорневого внесения удобрений. Это жидкие комплексные удобрения, это касы, это, ну так скажем, тема, которая набирает сейчас популярность среди аграриев, ну, в целом по России. Мы видим увеличение динамики продаж именно этого навесного оборудования, этого модуля нашей машины. Здесь же стенд светодиодных фар для сельхозмашин Nordic Lights производства Финляндии. Система подруливающих устройств компании Topcon. Смесительные растворные узлы объемом 10 тысяч литров местного производства и прицепное оборудование. Разбрасыватель грузоподъемностью 8 тонн и модель Т-659 кормораздатчика польского производства. Где еще, как не здесь, можно представить и показать все современные разработки, ту инновационную технику, которая сейчас производится и есть на рынке. То есть это возможность для нас, как для дилеров, популяризировать свою технику. Ну, заключаются контракты прямо на выставке, можно сказать. А это демонстрация возможностей машины марки «Туман-3». В данном случае с названным модулем мультиинжектора и на шинах низкого давления. Важное преимущество перед другими опрыскивателями – она выходит в поле на 2 или 3 недели раньше. Притом ее воздействие на почву минимально. Несмотря на то, что да, она на себе несет 2500 литров либо там, соответственно, жидких удобрений, либо тех же самых минеральных. Кстати, об удобрениях. Жидкие комплексные удобрения часто называют долгоиграющими, поскольку они работают до 30 дней с момента нанесения. Фишка мультиинжектора в подаче минеральных веществ непосредственно к корню растения на глубину до 7 сантиметров. А это при современных погодных условиях архиважное. Ветер, солнце, опять же, да, то есть это влияет на испарение. Вот эта технология позволяет вносить в корень, непосредственно близко к корню, да, жидкие комплексные удобрения, независимо от погодных условий. То есть, что это дает? Вышли, внесли, нет испарения, то есть это при мульчировании, при прямом посеве особо популярная тема. После такой презентации сомнений не остается. Каждый серьезный аграрий желает приобрести «Туман» группы компании «Агротек». Алена Москалева, Константин Соколов. Наши новости.